Так что я 9 Калибры трассеров настолько зарядил. взрывные, что взрываются при фристайле. Брыжу. Дай мне одну ОВГшку, слышишь? На. Это кто, ВТ? Давайте, знаешь, давайте сразу ОВГшки заряжайте, чтобы это самое... Какая тут техника? Вы что, совсем выдумали, что ли? Берите ее, это самое, расколки сразу. Бабай, у тебя... собачья повязка на голове, ты о чем? Вентиляция плохая. ВТР, походу. А куда... Заберите этот снаряд, пожалуйста. Я его в сраку засуну. Я не против. Давай. Жги. Все? Ну? Ну какой карандаш у тебя? Знаешь, таким школьник к парке подходишь, начинаешь рисовать. Вот же конь, а никто не написал метки, да? Метров 20 КВшки. А ты КВшку нашу напишешь, нет? Да я вот думал, может кто-нибудь это самое сделает. Мы отряд не борзый. Слышишь? Надо поправки посмотреть по снарядам. А тут их нет, слышишь, походу. В смысле? Прямом. Левая это херня, у тебя этот. Левая прицельная планка. С левой стороны. Это тебе для фугасов. Правая это для... Иди нахер. Спасибо, помог. Да, я наведусь тебе расскажу. Мне надо, чтобы бег был в руках. Сейчас, подожди. Так, ПГО 7В. Хорошо. Итак, смотрим. Википедия. Да ты, бля. Все, КВ сбивайте. Так, сразу на шопосы переходить. Ай, блядь. Чё ты смеешься? Да ты инвалидами не смеешься. КВ. Мы дважды КВ-2. Слышно. А ну сейчас это сделаю. И что тебе это дало? А где трассер? Давайте все в небо постреляем, там магазин выстреляем. И нам бан дадут. Скролл сначала перезарядить на трассера. А, кстати, первую пулю надо выстреливать, она же заряжена, это не трасса. А ну теперь. А где трасса? А, у меня магазин не трасса. Третий. А, да нет. Ты не тот зарядил, алё. А, вот. А где трасса? Я не видел. Есть, видел, я видел. А давайте все очередь в небо и нам бан. Да, кто хотел сказать, что вы решили это самое? За бананец. За бананец. Так, давайте это самое на борт. Welcome to the board. А что тебе все к силам до силам? Ну из тебя куда-нибудь. Смотри, куда он залез. Слушай, это Таджик Airlines. Ну все себе. Это Буржуй. Бля, мне жалко пацана. О, буржуй, не. Едь, бабай. Бабай, давай буржуй. Да, уезжайте. Так, итак, расскажи мне, пожалуйста. Что тебе рассказать? Левая прицельная планка для фугасов, там ОГ пишет. Ну. А РВ это или ПЛ, или ПВ, это для этих... А для... Дед. Против танков и осколочных. Это правая сторона. Не, это я понимаю. Перекрестие это 50 метров, а дальше уже именно квадратики это 100, 200, 300, 400, 500. Максимум, что ты можешь стрелять. Фугас 500 метров. Блять, бабуй. Я ранен. Бабуй, ты нашего задавил. Дави ты вперед! Вызывайте флор. Бабай, где ты? Слышишь? Я тебя уважаю, конечно. Было бы это, ну, если бы тебе в лицо плюнул. Хейт спич. Ну, если...
Значит, ты меня жмотил за бинокль, блядь. Я без вас уеду. Тихо. Я сейчас колесо сниму. Все, завожусь, поехал. В атаку! Тихо, 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 тут пацаны. Удачной вам войны. Среднего все сели. Тебе. Классно, малый. Который
только лежит. У них мясо хочет. Скажу, у тебя ЧПС. Все, приготовились. Сейчас входим в это самое в зону. Ну, смотри, у тебя будет машина. Ориентируй себя до скорости. Все, рот закрыли, сейчас команду дам, высаживайся сразу. И в сторону города. Все, летим на быстрое. Не могу, где мы вообще находимся? Все, давай. Бабуй! Бабуй! Наведи человека на путь истины. На путь божий. Че, у него ритуал сам собой. А, все, нашел. А, ну спасибо. Че, выдвинулись. Закрываемся камнями всей херней, у них, скорее всего, будет М2. Извините, немножко не доехали. Слышь, а зачем ты буржуя кинул? Без ЧПС, без ничего. Я ему метку поставил, дальше по карте определится. Пусть чинит машину и выезжает. Я бы тоже так с буржуей сделал. Это современная жестокость подростков. Так, сейчас вот к этим укрытиям каменным стенкам подходим, оглядывай, осматривайтесь. Видно-то далеко. Да, по меткам оркам надо, да? Да, по меткам оркам, но сначала надо тот самый зачистить тот городок. Севернее дороги, там уже в низине наших соседей. Не, южнее. Это южнее, тем более севернее, там низине, там эти алюминий. Давайте начинаем зачищать все дома. Нет, не намер.
я по крышам, как этот Аладдин, блядь. Арабская ночь. И что, мы такой толпой двинемся вместе? Не, пойдем параллельно чуть-чуть. М2 работает кучно. Движение. 170, 170. Идем низинами на верхушке, не вылезайте. А в идеале вообще было бы идти этими ложбинами, низинами. Там направо поглядывай. Там вроде как мягкий курган. Самые легальные. Они в форме будут темный такой этот самый. А мы типа бандосы, которые будут взрывать эти самые. Они будут такие более темные, и у них на голове у всех будут краски. У нас, видишь, арафатки, банданы. Прокладки, блядь, чё я хер учу. Я что-то вижу только четверых, ну и стыдя. Ну есть? Ты чуть не знаю. Так медленно, если я актуализирую. Да, у меня джипс, я что-то поставил. Ага. Я же командир. Немножко продал наркоты. Вот так, у нас на 190... Тебе дует 50. На 190. Материнская экономика. Продал немного наркоты на GPS. Да, на 190 пехотинец, вот там вот камень. И к нему деревяшка, деревяшка от нас убегает. Это наш, вижу его. Сколько метров? Да, метров, сейчас скажу. Да хуя. Ну, на взгляд, ты что, дурак что ли? Побежали. Там орки. Там наш, это орки. Все, давайте, на ход, на ход, на ход. Давайте, наверное, да, туда же, на тот же маршрут, куда вот тот чувак бежал, вот на вот этот камень. Слева он квадратные остатки от фундаментов, и вот там камень острый. Что это, парни? Пацаны, вот чуть-чуть это самое, как рассеять, то прям кучно бежите. Поймай миномет за нас, но... Справа вдоль дороги бегут эти алики. Больной? Или нюхнуть, что лучше? Занюхай. Ты до смерти? Ну и только если их носки. Тут я умру. А, ты хотел их убить? Да. А где Нуист? Я бы твою мать, Нуист. А он
уничтожает запасы сыра без печки. Ашка видит. Богатый. Может еще у него джетпесы есть? Так ездишь. Уничтожил запасы сыра косички. Поделись. Так, нарисовал. Сейчас погодите, там ДВ сейчас сдвинулся. О, метка на технику. Все, нарисовал, пойдете обходить эту группировку. Где-то метка на технику была недавно. Сейчас. Что-то я пошел в сторону, а у нас метки вполне конкретные. Изменил маршрут, вот так идем. Там запасы сыра косички не будут. Но нам же надо с орками идти, а не с АЭСом. Кардинально изменил, я бы сказал. Да, я что-то сначала думал, как пойти тактичнее, чтобы быстрее выжить. А тут потом вспомнил, что задача у нас другая. Разломить не будем, да? Еще раз. Рандомить, говорю, не будем. Рандомить? Нет, ну почему? Рандомить будем, но в рамках указанного от самого маршрута. Сейчас вон идем низинами. У них 113 есть, так что если что, готовьтесь. Вполне полезно. Откуда? Нет. Голливуда. Голливуда. Еще двое. Сейчас ко мне добегу, метку поставлю. Сейчас давай один пузык там, чтоб не так скучно было. Да, погоди, сейчас придем, там у нас будет 113 СМ2 ждать, так что будет. Весь... Да у нас, блин, 15 снарядов. Я хочу потратить хоть один за свою жизнь, жалко. Thank you.
Все, меняем точку. Уходим дальше туда к домам. Сейчас штурманем или оттуда потом зайдем на вашу цель. Нас вас встречает, вот сейчас там на хедшот накидает. Вы слышите, блин, уходите с гребня, блин. Вниз спускайтесь. По-моему, ЖКП. Иди азимут там 106-107. Бегу. А, стоп, ебать, я не туда иду, отмена. Ай. Ну, я тут. Я тоже. Я за тебя. Сейчас, мид, блядь, в кучу собрались вообще идеально. Найдите чуть-чуть. Дайте метку шип поставлю. А, да, купай, пожалуйста, обнови метку шип, понял, куда мне бежать. Значит, этот календарь зачищать, но из-за него мы не сможем зайти на вот эту вот. Бай масло. Сто тринадцатый враг.
чист. Еще раз.